Всем привет! Меня зовут Соня, мне 15 лет, и в этом году у меня появился шанс находиться здесь. Эти потрясающие 3 недели пролетели очень быстро. У нас было очень много мастер-классов с разными великими артистами балета и не только. За эти 3 недели я получила очень много опыта. Я благодарна каждому за эту возможность. Ну, на выходных мы обычно ездили на разные экскурсии и ходили в театры. Конечно, спектакли были просто потрясающие, особенно «Баядерка», там, где танцевала Мария Харевая. Мне просто безумно понравилось. И особенно в конце спектакля, когда у нас была возможность встретиться с ней и получить автограф, это просто что-то нереальное. У меня был взрыв эмоций. Я очень благодарна всем за такую возможность.